Привет всем! На мне традиционная форма для занятий карате – доги. И сейчас я вам расскажу про этот восточный вид единоборств. Ну что ж, начнем! Ос! Карате – японское боевое искусство, система защиты и нападения. Но также в карате есть своя философия, которая развивает самообладание, ловкость и реакцию. Мне кажется, что карате тренирует больше интеллект, чем силу. Карате – это боевое искусство, да? И как любое искусство – это творчество, да? То есть в карате человек творит сам себя, становится лучше, становится сильнее, крепче и улучшает многие свои качества. Ну, то есть, конечная цель любого карате, да, любого стиля карате и киокусинкай в том числе – это рост, саморазвитие, самосовершенствование. Карате можно заниматься примерно с 5 лет. Некоторые дети, у них получается из 4. Ну, то, как говорится, чем раньше, тем лучше. Я желаю всем юным телезрителям начать заниматься каким-либо единоборством, в том числе и, конечно, карате. Пожалуйста, приходите к нам в наш зал на Богдана Чижика 1. Ждем всех. Будет интересно. Меня очень заинтересовала система поясов. В общей сложности есть 9 кю, которым соответствуют определенные цвета. Самый последний пояс – черный. Я очень удивился, узнав, что нету чистого черного пояса. Есть только черные пояса с полосками, разделяющиеся на 9 дану. Мой пояс, у него 3 кю. Зеленый с коричневой полоской. Много ездил на соревнования, занимал 3-е, 2-е, 1-е места. Также ездил в Сочи на летние сборы. Там были высшие пояса, японцы, черные даны. У них тоже немножко научился. Мне тут нравится ездить в разные города и получать награды. 5 раз подряд получал 1-е места и кубок. Стас Бутуков очень уверенный каратист. Он хочет стать чемпионом мира по карате. Ну что ж, у него есть все шансы, ведь Стас знает множество приемов и знает, как правильно их показывать. Также он стал чемпионом республики своей возрастной категории. Я захотел заниматься карате, потому что это стимул продолжать дальше, достигать своих успехов. Здесь можно найти контроль над собой, когда делаешь ката, дыхание, отрабатывать свою технику боя. Я проходил аттестацию, делал нормативы. У меня есть 4 первых места, 2 вторых и 1 третье. Тебе показать пару приемов? Конечно. Есть блок Джодунка. Он защищает, когда тебе бьют по голове. Сможешь повторить? Мне очень понравилась тренировка. Я себя немного почувствовал Брюсом Ли. Я понял, что их тренируют не только техники боя, но и выносливости. Недостаточно знать приемы. Надо понимать, как их использовать и как эти самые приемы отбить. Для меня это было очень полезно, ведь они дали мне опыт, который я не забуду. Ну что ж, ребят, я на себе испытал сложный, но интересный вид спорта – карате. На этом у меня все. Всем пока. Можно, ребята, заниматься?